После длительного ремонта в Улан-Удэ открыли дорогу по улице Терешковой. Изначально работы здесь должны были завершиться еще 4 сентября, но из-за дождей пришлось сдвинуть график. На сегодняшний день подрядная организация на участке протяженностью 1,5 километра положила асфальт и обновила бордюрные камни. Строителям осталось лишь нанести разметку, установить знаки, доделать остановочные карманы и привести в порядок тротуары. Полностью улица Терешкова теперь не будет перекрываться. Теперь работа, если будет производиться, то перекрытием одной полосы. Сейчас в ночное время еще будут производиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия по этому участку, но движение для общественного транспорта не будет мешаться. Все работы на данном участке должны будут завершиться до 1 октября. Напомним, ремонт дороги на улице Терешковой стартовал 1 июня. Для удобства горожан, чтобы не перекрывать движение полностью, строительство разбили на этапы. Это дало возможность организовать схемы объезда для автолюбителей. Для того, чтобы привести в порядок трассу, из бюджета было выделено почти 80 миллионов рублей.